И всем привет, с вами Макс. В этом видео мы будем играть в игру Clash of Lords 2 Битва Легенд. Так, заходим в нее. Вот она. Она загружается, ждем. Почти загрузилась. Итак, все, вот она загрузилась. Так, вот вы же можете видеть мою деревню, как она выглядит. Вот у меня 5 героев есть. Также скоро улучшится ратуша, да, какого там, до 8 уровня. Через 4 дня. И так, можно... Можно собрать тут... Золотом, правда, я недавно это собирал, так что его очень мало. Здесь. Так, можем завербовать героя. Так, бесплатных, которые. Вот оно. Тут 4 бесплатных найма у меня есть. Лицо опыта. Слабый герой. Еще один слабый. И еще один. 3 одинаковых попалось, ну. Так, можно их в слияние вот этому эпичному герою. Может, Минотавров его улучшим немножко. Даже мы поднимем уровень, как видите, был 35-й. Станет сейчас 36-й. Так. Теперь можем пойти в атаку на кого-нибудь. А, вот, у меня тут какая-то награда высветилась. Можно получить, что тут есть. Вот, достигнула 25 уровня. Получим награду. 8000 денег, ну, золота и 350 кристаллов. Так, теперь можно в бой пойти. Так. Пойдем на ресурсный рейд. Так, щит, ну, лишимся щита на него. Так, не, на этого мы нападем. Видите, как у него сильные герои. Пойдем на следующего. Так, ну, на этого, в принципе, можно напасть. Хотя он на 3 уровня старше меня, ну, попробуем потащить. Так, высаживаем наших героев здесь. Ну, хотя уже с первых пор уже видно, что еле-еле идем. Слабо атака идет. Можно и проиграть. Только 10% урона нанесли. Даже 13 уже. Так, что тут вот? О, сейчас используем наш кровавый из него. Так, как видите, уже 3 героев у меня нету. А нанесено только 30% урона. Ну. Не повезло. Ну, 43% есть уже. Надо хотя бы на одну звездочку. Ну. У меня остался последний герой. Так, так. Дело совсем плохо. Ну, эти двое мы проигрываем. Зато получили за проигрыш 20000 золота. Так, что тут у нас так не удалось. Попробуем еще на кого-нибудь. Сначала пройдет минута. Игроки оживут. Но я пока поставлю на паузу. Итак, как вы видите, герои оживили. Ожили. Можно идти дальше. Опять искать противник. Так, вот противника нашли мы. Идем в битву, выпускаем все мои войска. Выпустил. Так. Ну, в этот раз вроде бы получше идет. Так, все кровавые из него выпустим. Бабах. Уже 28%
Есть. 32 уже. Должны затащить. Сейчас тут... Так, сейчас беда будет тут. О, так, одна звезда есть, две звезды даже. Уже две звезды. Уже, хорошо. Ну, я так думаю, что мы затащим, что уже 85%. И... Последнее здание, и все. Три звезды. Тащили, ну, получили аж 39 тысяч монет. Вот 39 тысяч. Открываем сундуки. И нам попалось и 3 яйца опыта. Так, сейчас улучшим персонажа. Так, так, атаку завершилось успешно. И какой-то подарочек. О, еще одно яйцо получим. Так, теперь будем улучшать самого героя. Так, вот это он. Так, вот у нас 4 яйца опыта, можно их затратить. И чуть-чуть, конечно, не хватает до конца, чтобы был 37-й. Ну, еще одно яйцо опыта получу, и как раз-таки будет. Так. И если вам понравилось это видео, вам понравилась сама игра, если вы хотите, чтобы было больше видео про эту игру, то пишите комментарии про эту игру, советы давайте, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем спасибо за просмотр, пока!